Всем привет, ребят! Я сейчас нахожусь в отпуске, но новые видео все равно выходят, а это значит, что вы должны их поддержать лайками, комментариями, чем угодно, реакции крутые, а еще внутри видео вас ждет небольшой сюрприз, а в конце видео я кое-что расскажу про розыгрыш. Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, мальчики! А меня зовут Геннадий, как вас? Не, это не обязательно, просто это вежливо, когда, ты представляешься, те представляются. Просто... Даша, Вика, Оксана. Да. Даша, Вика, Оксана, очень приятно. Я из города Викова, с Ростовской области. Вы откуда вы? С мяса. Челябинск. Чё? Челябинская область, мяса. А, я слышу мясо, думаю, какое мясо. Давай мясо, давай мясо. Скажите, а чё тут делаете интересного, расскажите. Да сидим, базарим. Ой, здравствуйте, и вам девочка тоже. О, так ты ютубер. Да, этот самый, не пали контору, дядя. А как ваш YouTube канал называется? Канал называется этот самый Дмитрий Кравченко канал называется. Кто в YouTube попадем? Ну слушайте, я пока не знаю, попадете вы в YouTube или нет. Хотите вот стихи, хотите мои стихи послушать, например? Давай, сколько вы там обрежете? А? Давайте послушаем. У меня есть вот стихотворение про принцессу Софи. Хотите, прочитаю? Давай. Хорошо, называется «Мой прекрасный аленький цветочек». Давай. Мой прекрасный аленький цветочек. Ох... Выросла и вовсе не узнать. Он в озвучке, походу. Платья стали уже и короче. Сдержанно, задумчиво, грустно. Книги все на полке запылились. Спрятан был забыт велосипед. Ты теперь расцветший нежный ирис, требуешь внимания к себе. Быстро ж позади осталось детство, выбитых у школы стекол в твоей речи слышу я кокетство. Глаз заметен хитрый адский блеск. Каждая твоей стервозы стонет, просит прогони или позови. Предо мной уже не маленькая Соня, предо мной прекрасная Софи. Примерно так. Очень красиво. Вообще классно, спасибо. Вам спасибо большое. Уже нашли себя в Ютубе, да? Да. Спасибо. Спасибо, удачного стрима. Давайте, девчат, вам хорошего вечера. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, скажите, а вы рэпер какой-то, да? Не рэпер. А стилист? Даже стихи не пишу. Блин, обидно. Обидно, блин, ну почему так? Спасибо большое. Ладно, я понял, что вы смотрите, не получится ничего. Да, уже тяжело сделать, брат, уже тяжело. Да, к сожалению. Ну ничего, будем стараться. Будем стараться. Не, ну вы очень необычно выглядите, поэтому... В принципе. Спасибо. Ну, а ни рэп, ни стилист, ничего? Не, честно. Я тату делаю еще. А, вы тату-мастер, да? Ага. В Москве? Не, я в Штатах живу. А, слушайте, прикольно. Ну, дай бог тогда, чтобы все получалось. Да, всего доброго. Спасибо. И тебе тоже хорошо. Да, до свидания. Вы сейчас такой прикольный прическу. Спасибо. Мама говорит, что я в нее вообще самый лучший, если честно. Что вам мама говорит? Что я самый лучший поэт в России у нее. Да? Да. Хотите вам что-нибудь из своего прочитаю? Конечно, хотим. Давай, могу, знаете, про что? Могу про любовь. Давайте. А вам сколько лет, чтобы понимать, про какую любовь читать? 17 нам лет. А, тогда нормально. Тогда давайте вот вам красивой прочитаю. Как вас звать? Мне красивой? Не, все красивые. Я говорю, как звать вас? Мадина. Мадина, хорошо. Тогда вот для Мадины прочитаю стихотворение свое. Сам написал, если что. Сам, про любовь. Это не то специально, да? Я звать тебя не звал, а ты пришла. Я дверь замуровал, а ты ввалилась. Покаялась, сказала, что грешна, и все простить опять тебе взмолилась. Последний твой уход был мне чреват полуторагодичным перебором. Я думал, что предстану перед Богом, но тот полет привел бы только в ад. И клея не хватило бы скрепить все то, что разбивалось мной невежей. Поставлена пластинка на репит. Забит, забыт, забыть, забыться, скрежет. Ты жертвенно валяешься в ногах. Ты просишься пустить тебя обратно. Как друга молишь,
мужа, сына, брата, а я бы и доверился, но как? Напомнить про последнее «прощай», дверной хлопок и сорванные петли, а песню про парящий хвост плаща под цокот каблуков тебе не спит ли? Замешкался, и ты под руку шасть, вцепилась и ревешь, и жмешься крепче. Наивный я ведусь на слезы, речи, даю очередной, последний шанс. Очень красиво. Читай сейчас, особенно очень завораживающе. Очень спасибо большое, рад, что вам понравилось. А в голос меняете так специально? Нет, это программа специальная такая. Для... Не знаете, кнопку нажимаешь, и сразу этот меняется голос. Ну да, вот такая кнопка, знаете, нажимаешь, и голос меняется. А, вы сейчас на Ютубе стримчик ведете, да? Да, как вы догадались? Да-да, интуиция подсказать канал. Мы зайдем, посмотрим. Заходите, канал называется Дмитрий Кравченко. А что-то знакомое. Да. Знакомое что-то. Да. Если... Нет, стихи, правда, это не ваш, да, стих? Или ваш? Чего? У вас книги есть? Забрели куда? Зайди, реально. Да ну, офигеть. Не, вы молодец. Спасибо, дядь. Нет, спасибо, очень... дядь, пожалуйста, тетя. Это вы реально сами писали или вы читали просто? Как ты думаешь, это вот фейк или что? Или вот это, например, фейк? Или вот это фейк? Или вот это фейк? Нет, прикольно, очень. Я люблю, допустим, стихи, у меня и друг пишет стихи, поэтому это вообще круто. Много слышала и типа вот это прикольно. И читается очень красиво. Спасибо. Вот так, пальчик вверх. Таким девочкам грех лайк не поставить, друзья. Да ну нет! Прочитай стих, пожалуйста, я тебя обожаю, брат! Я тебя обожаю. Только не кричи, пожалуйста, я прочитаю. Хорошо. Стихотворение называется 21 век. До чего мы с вами дожили? На дворе 21 век. Но разве не может, скажите, открыто любить человек? Зачем эти лайки под сотнями фото? Зачем все цитаты великих людей подносите так, будто кровью и потом достигли вы тех же безумных идей? И никто не признает симпатию первым. А если признают, то это провал. И все эти игры «я бабник», «я стерва», неужто от них еще мир не устал? Блин, как-то некрасиво получилось, если честно. Такие типа, о, я тебя смотрю, прочитаю стихотворение, взяла и выключила. Блин, в чем прикол? Здравствуйте. Здравствуй, брат. А мы с вами родственники, что ли? Ебать, да ты вообще пи***ц, ты очень похож на Том Харди. Да, я знаю, тоже говорят. Полная версия этого бомбического видео у меня в телеграм-канале. Здравствуйте. Здравствуй. Привет, привет. Как у вас дела, ребята? Шикарно, братец. Нормально, ребята. Сидим, ужинаем. Да тоже нормально. Что делаете? Водку пьем. О, ничего себе. А я думал, кавказцы не пьют. Так, не с моих уст было сказано. Давай спокойно. А, просто я же не знаю, кто говорит, да, поэтому... А почему? Пить разве запрещено или как? А я не знаю, я же не мусульманин. Я просто знаю, что кавказцы не пьют, поэтому спрашиваю. Давай не будем трогать религию, ты чем занимаешься? Согласен, правильно, не надо. Мы сидим, отдыхаем, ты тоже любишь отдыхать. Я очень люблю отдыхать, да. Ты, походу, под чем-то. Я, да, чуть-чуть. А это у вас вода, да? Вода у вас? Не маленькие же дети перед тобой. А, ну да, точно. Как вариант, тоже верно. Хотите, ребята, почитаю вам стихи? Давай. Прям точно хотите? Только свои? Нет, я могу свои почитать. Могу как бы не свои, тут как хотите. Давай свои. Про мужиков есть что? Да, есть про мужиков. Хотите, прочитаю? Давай. Хорошо, давайте тогда про мужиков. Куда подевались мужчины?
Меня окружают звери. Но разве нужна причина открыть перед дамой двери? Еще не поспевшее тесто держит фаланги веером. Да ты встань, уступи место. Не прикрывайся плеером. Прошу, не будь идиотом, ты возьми и протяни ей руку. Это же просто забота, ты же ее тянешь другу. И не кричи ей в спину, куда так спешишь, красавица? Сожми в кулаке силу и подойди представиться. Жалкие, жалкие особи, хотите себе супругою, красивую, с длинными косами, всю такую упругую, чтобы читала Пушкина, в доме всегда чистота, обеды, завтраки, ужины, ну, кажется, как-то так. Да только не светит вам с такой вот звериной закалкой ни леди, ни мисс, ни дам. Готовьте себя к хабалкам. Не, красава, ну, красава, красава, шикарно, шикарно. Блин, молодец. Почему ты эти голоса не... А это программа специальная, ребята, которая голос меняет. Ну, стих твой. Да, стих мой. Блин, красава, молодец. Вообще стих прям... Кайф, кайф. Спасибо, спасибо большое. Человек просит, ты можешь отправить ссылку или как-то, чтобы записать это все? Ну, а это сейчас в прямом эфире идет, вы потом в интернете найдете все. В Ютубе? Да. А как вообще, можешь написать, чтобы мы зашли и посмотрели, брат? А можете запомнить, Дмитрий Кравченко называется. Дмитрий Кравченко, там что-то знакомое. Так что заходите, да. От души, красавчик. Спасибо. Хорошего вечера, пока. Какой ты добрый. Вы... Здравствуйте, девочки. А зачем, здравствуйте. Зачем вы меня переключили? Кто вас переключал? А, и там мы не с вами попались, а вот 3 минуты назад. Нет. А, просто очень похожи, простите. Как звать, откуда? Мадина и Катя с Москвы. Мадина, Катя с Москвы. Меня зовут Геннадий, я с Городовикова, с Ростовской области. Ого, классно. Я его знаю. Откуда ты? Он стихи читает клево. Да, хотите, вот вам прочитаю, Мадина, стихотворение. Меня не Мадина зовут. А, вы Мадина, да? Нет, я не Мадина зовут. Я Мадина. Так, я и говорю, вы же знаете, что я стихи читаю, а она не знает. Я говорю, давайте я Мадине прочитаю тогда. Давайте, Мадина. Да. Мы послушаем. Мы слушаем. Сейчас А, Мадин, а у вас есть какой-нибудь поэт любимый, скажите? Пушкин. Есть классное стихотворение Пушкина, называется «Я вас любил», вроде. Вот, хотите, его прочитаю? Давайте, я его как раз учила, давно учила. Это когда в школе учились? Для Мадины тогда. Я вас любил. Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил. Безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно. Когда вам Бог любимый быть другим. Супер вообще. Белиссимо, конечно. Очень спасибо классно. Большое. А почему вы так в реальной жизни не разговариваете? Нет, я разговариваю. Это просто программа, с которой я голос меняю. Вы не знаете, это я на кнопочку нажимаю, вот на эту, и голос меняется. На эту кнопочку. Да, на эту кнопочку нажимаю, и голос меняется. А я видела его в ТикТоке. Я видела его в ТикТоке, думаю, ебать. Да, скорее всего, почему? В ТикТоке вы ее видели, да. А почему вы так сначала разговариваете? Вы чтобы людей потом удивить это делаете? Ну, с таким голосом. Да, вот вас сейчас 2000 человек в прямом эфире, например, смотрело. Ого. Как у вас вот так глаза аж увеличились. Круто. Да, ну, так что скоро смотрите себя на Ютубе. Не надо нас на Ютуб выкладывать. А вы уже на нем. Вы уже на нем, от этого никуда не деться. Понятно, понятно. Давайте, до свидания. Хорошего вам вечера, девчат. Пока-пока. И вам тоже. Пока-пока. Так, что касается розыгрыша. Тот, который был в предыдущем видео и четверостишие, я пока не выбрал. Четверостишие куча, не знаю, что выбрать. Но в запрещенной социальной сети, ссылочка находится в описании, проходит
конкурс, где вы можете выиграть сборник многогранный с автографом. Поэтому запрещенная социальная сеть. Если кто-то там есть, переходим. Условия простые. Вперед, участвуйте, получайте книги с автографами.